Пятый форт – один из поистине уникальных комплексов, входящих в структуру мемориала «Брестская крепость Герой». В свое время он должен был оборонять город и крепость с южного направления, признавался одним из самых надежных бастионов. Объект предстает перед посетителями практически в первозданном виде. Именно поэтому сюда с удовольствием приезжают туристы. Только в 2019-м их было более 22 тысяч. В эти дни реставрация продолжается. Достаточно серьезный объем работ уже выполнен. В соответствии с проектом по реставрации и музеификации пятого форта, значит, гидроизоляция сделана, казармы горжевой, паттерн сделана гидроизоляция, поставлены новые вентиляционные зонтики в соответствии с чертежами 19-го, начала 20 веков, то есть аутентичные получается, по аутентичным чертежам они выполнены. Сейчас заканчиваются работы по реставрации левой части казармы, то есть 6 казематов. Делается. Реставрация для объекта первая. Это значит, что те находки, которые сегодня здесь обнаруживают и ученые, и строители, позволяют открыть малоизвестные страницы из истории форта. В основном это символичные надписи и рисунки. В казарме был обнаружен герб Российской империи, нанесенный в начале 20 века на стену. Это для нас интереснейшая находка, которая как раз будет сохранена, отреставрирована, ее увидят посетители в нашем форту. Ну и металлические различные детали там были, элементы фортовые обнаружены в ходе реставрационных работ, там в земле были обнаружены. Отдельные же находки были переданы для детального изучения экспертам межрайонного отдела судебных экспертиз. Речь идет о патронах, найденных здесь во время строительных работ. Как оказалось позже, они не являются предметами военного времени. Скорее всего, они остались здесь с 50-х годов прошлого столетия, когда на территории форта располагались военные склады. 1230 патронов были изъяты в ходе осмотра места происшествия вблизи форта номер 5 мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». Данные патроны были направлены в наш Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь и назначена баллистическая, судебно-баллистическая экспертиза, в ходе которой эксперты установили, что данные патроны являются промежуточными патронами калибра 7,62×39. Они изготовлены заводским способом и являются боеприпасами к ручному нарезному огнестрельному оружию. Данные патроны используются при стрельбе из самозарядного карабина Симонова, автоматов Калашникова, автоматов, пулеметов, ручных пулеметов Калашникова, а также иного образцов огнестрельного оружия такого же калибра. Специалисты ремонтируют фасады, трудятся над внутренней отделкой. Уже сделана гидроизоляция на крыше, заменены окна. Они воссозданы по сохранившимся в архивах чертежах того времени. Будущая экспозиция разместится в центральной части комплекса. Она расскажет об истории фортификации на территории Беларуси, а также о быте военнослужащих разных лет. Дополнит вернисаж интерактивные площадки и мультимедийные технологии, что сделает объект более интересным и разноплановым. Планируется, что первых посетителей музей «Пятый форт» примет уже в начале следующего года. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания «БУК-ТВ».